Твоя сердечная чакра немного в дисбалансе. Я ее гармонизирую. Но тебе надо избегать мест с негативной энергией. И вообще всего красного. Я ее гармонизирую, но тебе надо избегать мест с негативной энергией. И вообще Ви, всего... тут такие новости. Я поговорил с Дексом, пока тебя кромсали. Он подъехал, чтобы с тобой поболтать. Парканулся тут в двух шагах, около Грамши Бургерс. Окей, постараюсь договориться. Привет, хочу тебе кое-что предложить. Дело довольно деликатное. В последнее время на улицах стало много киберпсихов. Ты, наверное, в курсе. Кионда! Меня эта тема очень интересует. По разным причинам. Есть люди, которые считают, что киберпсихоз можно вылечить. Ага. Слушай, я понимаю, Алло. Как это звучит. Но мне кажется, что экспериментальная терапия – это лучше, чем пуля в башке. Если я узнаю, что у кого-то приступ, я тебе позвоню. Может, ты успеешь что-то выяснить до того, как приедет Макс Так. Только не забудь, тебе не нужно никого убивать. Попробуй просто вырубить психа, я тогда пришлю за ним машину. Надеюсь, все понятно? Долго тебя ждать? Ты давно ведь уже с Мисти? Ну да, почти год. А что? Да так просто. Не думал, что ты столько продержишься в серьезных отношениях. Да ладно тебе, Мана. Я же из хорошей семьи. Слушай, а ты хорошо знаешь Бак? Мамить-то на меня запала, точно тебе говорю. Ну вообще она не из тех, с кем можно запросто пойти пивка попить. Вряд ли она способна на кого-то запасть. Не такой она человек. Ну-ну. Но вы не властны над своими воспоминаниями. Глаза! Точнее! Не только вам! Что если бы чистого? Йоу, мистер Ви. Рад встрече. Декстер Дешон. Собственной персоной. Ха-ха. Езжай. Не против, если я сначала спрошу? Что, на твой взгляд, лучше? Быть никем и спокойно дожить до старости? Или вписать свое имя в историю и отдать Богу душу еще до 30? Мне важна победа, а не участие. Цена не главное. Ха-ха, классика. Есть еще молодежь, которая любит рисковать. Уважаю. Теперь слушай. У меня на примете серьезное дело. Гораздо серьезнее, чем громить притоны мусорщиков. Нет, не выйдет. Прости. Я правда не могу. Ну и что за дело ты приметил? Есть один прототип. Биочип, если точнее. Его надо забрать. Вот и все. А, у корпорации, наверное. Угу. У Арасаки. Это же не проблема. Нет, не проблема. А смертный приговор. Найдите их территорию. Они же нас раскатают. А как иначе, мистер Ви? Больше риск, больше добыча. Первое правило посмертия. Да и я тоже не дурак. Сделаем все так тихо, что не оставим даже следов, которые надо заметать. Мы друг друга поняли? Ты уже все придумал? У тебя есть план? Расклад такой. Сначала уладь небольшое дело с парнями из Мальстрема.
Потом поговори с заказчицей биочипа. Ничего сложного, она просто нервничает, хочет увидеть исполнителя. Так, а что за дело надо уладить с Мальстрёмом? Вставляй щепку. Классическая история. Две недели назад банда психов перехватила груз Мелитеха. Разжилась техникой. Корпораты до сих пор не знают, что это были мальстрёмовцы. Среди этой техники был Болт. Маленький боевой робот. Прототип. Образец передовых военных технологий. Мне нужен этот бот. Без него мы не доберемся до чипа и не попадем ни в какое светлое будущее. Только учти, это игрушка на один раз. Деньги за болта уже заплачены Мальстрёму. Проблема в том, что контракт я заключил с человеком, которого звали Брик. Он был у Мальстрёма главарем. Мы ударили по рукам, а через три дня его сместил ближайший друг и сподвижник Саймон Рэндалл, он же Ройс. Теперь он главный, и я понятия не имею, что он думает о контрактах своего предшественника. Вдобавок ко всему, украденным грузом очень интересуется некая Мередит Стаут из Мелитеха. А кто это, мадам? Корпоратка из отдела безопасности. Носится по городу, как угорелая, спрашивает, куда делся груз. Возит в багажнике парня, который как-то причастен. Корпорации не прощают ошибок, поэтому она уже, наверное, отчаялась. Подумай, как обернуть это себе на пользу. Думаю, контакты этой сыщицы лишними не будут. Пересылаю. Расскажи о нашей заказчице. Зачем ей меня видеть? Ее зовут Эвелин Паркер. Я пытался пробить ее по базам, начал спрашивать по городу. Так, и что? Откликнулись ребята из Пасифики. Попросили, чтобы я перестал спрашивать. А девочке просто хочется увидеть того, кто будет выполнять заказ. То есть пойдет прямо в пекло. Меня там не будет. Тибак не очень любит людей. А Джеки не лучший представитель. Сам понимаешь, почему. Так что выбор пал на тебя. Думаю, я знаю все, что надо. Пора за работу. Как приятно слышать. Встречу с Эвелин Паркер я тебе устрою. А болтом займись уже сам. Еще, мистер Ви. Так тихая жизнь или смерть в лучах славы? До скорого. Джеки, я поговорил с Дексом. Гордит ты большой человек во всех смыслах, скажи. Большой перестраховщик, я бы сказал. И своего не упустит. Мы не получим большой заказ, пока не поможем ему с парой мелких. Там какой-то бот, военная разработка. Мальстрём его украл, а Декс купил. Но не получил, потому что у них сменилось руководство. Да, слышал. Ройс устроил Брику дворцовый переворот. Типа того. Декс сказал нам поговорить с Ройсом. Еще дал номер какой-то бабы из Мелитеха, но не знаю, как она нам поможет. Чинган. Еще вот какое дело.
Мне надо встретиться с нашей заказчицей, Эвелин Паркер. Тебе? А Дэк что будет делать? Ездить в лимузине и болтать с девочками? Паркер потребовала кого-то из команды. Декс отправил меня. Ну, хозяин барин. Итак, с кого хочешь начать? С мальстрёмовцев или с Паркер? Я бы сначала встретился с Паркер. Надо посмотреть, кто она и чего хочет. Орле, тогда я поеду к Колфудс и посмотрю, что там почем. Hasta luego.